Смотри, вон она. Амися! Так ты достала? Держи. Но смотри, от нее воняет паленым. Кто это? Родрик, только чш. Сангвини Ситенера. Про что эта книга? Она про маленького мальчика, который скоро поправится. Я помираю с голоду. Кто еще голодный? Я. Тогда к столу. Думаю, мы это заслужили. Ты тоже. Иду. Нет, нет, нет! Мать твою! Это плохо. Эй, ты в порядке? Пустяки! Скажи мне, эта дверь, вы ее когда-нибудь открывали? Ее заклинило. Это единственное место в шато, где мы не были. И ты не хочешь посмотреть, что за ней? А Хьюго спит. Давай узнаем. Уж по крайней мере, это я умею! Ха, прошу. Это весьма решительно. И почти безболезненно. Ладно, идем. Воу, ты чувствуешь? Нет, что? Когда куда-нибудь заходишь, где долго никого не было, в воздухе есть что-то такое. Да, пыль. Нет, я про камни. Ты будто влезаешь в их беседу. Здесь я это впервые почувствовал. Выглядит не очень. Давай пока не будем их трогать. Очередная дверь. Идем дальше? Конечно. Посмотрим, что там такое. Оу, это внутренний двор. Это короткий путь. Эй, чуть не забыл. Я тут кое-что нашел, пока убирался. Взгляни-ка. Очередная сказка про камни? Почти угадала. Фреска. Она выглядит знакомой. И на ней есть символы тех самых колонн. Кажется, замок нам хочет что-то сказать, а? И что он тебе говорит? Я, конечно, всего не понимаю, но думаю, нам здесь будет хорошо. Амисия! Быстрее! Хьюго! О, нет! Бегу! Помочь? Я позову! Быстрее! Быстрее! Я здесь, Лукас! Быстрее! Хьюго, пожалуйста. Ему все хуже. Майкла прогрессирует слишком быстро. Я знаю, Амисия. Я делаю все возможное. Точнее, я пытаюсь сделать все так, как написано в книге. Но на это нужно много времени. И мне нужна нормальная лаборатория. Как у Лаврентия? Нет, нет. Гораздо лучше. Ну, может, у мамы дома? Возможно. У нее там что-то было. Ты права. Надо попробовать. Амисия, Лукас. Похоже, твои близнецы вернулись. Мели! Ты нашла его! Скорее! Мертвого, чем живого, но нашла. Амисия, мы пришли, потому что... Ладно. Да.
Артур, расскажи ты. После нашего небольшого приключения с вашими диетическими друзьями, я оказался в камере Инквизиции. Там я увидел одну пленницу, которая выглядела просто ужасно. Эти ублюдки требовали сказать, где находится ее сын. Угрожали ей, и я слышал ее имя. Беатрис Дерун. Мама жива? Она жива? Ты же смогла вытащить Артура? Это было непросто. Поверь мне. Значит, вы могли? Нет, не могли. Там всем было плевать на меня. А вот она слишком важна для великого инквизитора. И он допрашивает ее постоянно. Они пытают ее? Хьюго не должен об этом знать. Даже о том, что она жива, это помогло бы ему. А что мы скажем, когда он захочет ее увидеть? Не говори ничего, хорошо? О нет! Хьюго! Хьюго! Это следующий порог! Мы должны пойти в мой дом сейчас же! Идите, а мы побудем с ним. Все будет хорошо, мой милый брат. Клянусь, мы тебя вылечим. Ладно, я возьму сангвинис и тенера, парочку зелий, и можно отправляться.